всем, друзья. В этом видео мы будем делать самодельную такую штучку. Сейчас, я думаю, вы поймете, что это такое. Опять снимаю я через зеркало себя, потому что некому снимать. Ну, идем к верстаку. Короче, не мой пистолет. Я снял с него продувочную насадку. Ну, я думаю, вы уже поняли, что я хочу сделать, да? Эта штука очень такая полезная в плане ржавых машин там и чистки сковородок. Мы будем делать в этом видео с вами самодельную из кастрюльку, короче. С башки, блин, вылезло. Бывает такое. То есть, имея вот такой вот чемоданчик у нас есть, где всякие там переходнички, тройнички, там трубки всякие, все вот это вот. И мы попробуем сделать самодельную из кастрюльку. Я подобрал уже вот такой вот тройничок. Я его вкручу вот сюда вот. Сейчас фум-лентой намотаю. Кольцо тут не получится поставить, там что тут просто вот эта вот маленькая. Так что я намотаю сейчас фум-лентой и вкручу вот сюда вот. Ну, сейчас, короче, будем смотреть дальше, потому что неудобно одной рукой держать камеру, другой крутить. Смотрим дальше. Так, ну что, вот тройник я провернул, как я говорил, с фум-лентой. На тройник уже одел гайку с отверстием и вставил вот такой вот диаметр трубки. Что-то фокус никак собрать не может. Камера что-то ерундит. Трубка внутри сделана отверстие на конус. Сделано на конус, короче, отверстие. Для чего? Для того, чтобы песок у нас не застревал. Будем использовать архипельский песок. Конечно, лучше илшанский. Но у меня сейчас нет илшанского, архипельского. Просеем этот песок, ну и попробуем, посмотрим, будет забиваться, не будет. Если будет забиваться, значит будет другой песок искать, потому что елшанским вообще отлично. До этого я уже делал такую технологию, потом подарил другу, вот сейчас решил себе сделать уже конкретно. Тут чуть-чуть отверстие рассверлил, чтобы побольше было, чтобы песок без всяких это свободно мог падать. Ну то есть сейчас что, взяли вот такую бутылку нашего, можно простую, но я решил такую вот крышку. Сейчас сделаем вот отверстие, наденем сюда через шайбу и затянем вот эту фигню. Вот эту фигню мы отверстие рассверлим побольше. Ну вот, ребят, процесс потихонечку идет. Вот так вот получается. Нашел я второпластовую вот эту вот шайбочку. Рассверлил отверстие в крышке. То есть мы сейчас закрутим эту крышку и зафиксируем вот этой вот гайкой даже с отверстием. Ну, она по газовым трубкам где-то. Но сейчас отверстие тут побольше сразу сделаем. Такой вороночкой сделаем, может быть, если получится. Ну, лучше, конечно, не воронкой. Лучше, конечно, полностью просто ее просверлить или болгаркой вот так вот верхушку отрезать. Ну, сейчас посмотрим. Сделаем, короче, крышку сюда привернем. И вот зафиксируем крышкой. Потом в бутылку песок и заворачиваем бутылку. Ну, смотрим дальше. Сейчас племянник попросил заснять меня. Ну вот, короче, смотрите, ближе, Юрась. Вот, короче, крышка проворачивается, это ничего страшного, у нас крутится вот тут. Вот шайбу подставили, вот закрутили, отверстие расточили. То, что пропуск тут, это вообще ничего страшного. Сюда будем набирать песок и вот так вот заворачивать. Плотненько завернули, все. То есть, из кастрюлька наша готова. То, что проворот, это ничего страшного. Тут большого пропуска не будет, потому что песок будет под весом туда, а воздух будет его вытеснять, этот песок. Сейчас будем проверять. Смотрим дальше. Ну что, ребят, одел я очки. Вот так вот сейчас их одеваю. Пойдем пробовать. Давление накачали. 11 копейкам килограмм. Открываем подачу. Тут у нас получается в подачу открываем 4 с копейками. Получается. Так, что, будем пробовать? Детки, отходите. Опасная штука. Аккуратнее только, не падайте. Отсюда вообще отходите. Ладно. Будем испытывать. Так, неудобно. Все, отходим. Все, вообще отсюда отходим. Ну, попробуем на заборе.
Вот так, в принципе. Не, можно вот так сбоку. Вот так, в принципе, она работает, наша пескоструйка. В принципе, песка немного ушло, но я думаю, все-таки надо что-то с соплом сделать. Потому что сопло большое. Сопло большое, что-то. Ну и еще песок. Я говорю, вот елшанским песком вообще было идеально. То есть еще можно было вот сопло делать не просто круглым, а таким. Чуть сплющить его. Сплющить его и был вообще отличным. Ну так, короче, работает, блин, камеру все удел. Вот наша пескоструйка самодельная. Ну, будем дорабатывать ее, потому что до этого у меня вообще стоял не такой уголок, а большой уголок тоже. Была бутылка, но бутылка была закрытого типа. То есть как закрытого типа. Ничего не проворачивалось, ничего нет. Но это не суть в этом вообще. Не суть в этом. То есть до этого было по-другому чуть сделано. Уголок был, и этот тройник, то есть был большой. И сопло было меньше. Со свечки я его делал. То есть вот этот изолятор свечки есть. Но это вообще тоже пофиг. Самое главное нам отверстие. Отверстие у нас большое. Тоже большое отверстие и песок не тот. Хоть я его и процедил, но это не то. Просел, то есть это не то. А так, в принципе, видите, работает. Вот. До металла сняли. Эксперимент так удался, в принципе. Будем дальше больше разрабатывать это дело. Найдем нормальный тройник побольше. И, в принципе, нормально все будет. Ну все, кому понравилось видео, ставим лайки и подписываемся на канал. Всем до новых встреч!